Хей, гайс, смешники, мы продолжаем проходить тур под названием Гуакамоле Супер Турбо Эдишн. Мы в мире мертвых, как вы помните. Обитатели этого мира страшатся планов Калаки, так же, как и обитатели мира живых. Найтер Портал. С миром определенно что-то не так в последнее время. Так, пока еще Форест не зашел. Даже фигурки стали такими. А пиньята будет интересно? Эх, жаль, пиньяты тут нету. День мертвых? Это мир мертвых. Мы в мире мертвых, сеньор. Так, ты знаешь кого-то, кто любит самые острые чили? Какой храбрый дух. Принимаю испытание. Кроме того, мои чили созданы для лучшего рецептов. Вот, возьми, тебе много не нужно. О, найс. Плюс чили. Войну. Так, ладно. Что у нас там, я не помню. Так, в баре мы были, да? По-моему, мир живых и мертвых не имеет ничего общего. Это не заканчивается хорошо ни за что. Так, там мы были. Так, я опять в одно и то же место зашел. Ну, погнали тогда сюда, посмотрим, что здесь. Нихера мне денег. О, Мигаста Калака. Отсылочка на Мимас. А ну кто ты? С каждым мгновением мир живых и мертвых соединяется воедино. Должен быть какой-то способ остановить это. Скорее всего, способ на самом деле есть. Удачи, Лучадор. Ты не просто сражаешься за свой мир. Ты борешься за наш мир тоже. Если Калак победит, придет конец всем нам. Ну, вы поняли. Так, а теперь я хочу немножко сюда попытаться запрыгнуть. Вот жаль, там как бы... Знаете, есть что-то, но... Ой. Забыл. Так, сколько я уже заснял? 3 минуты, ладно. Опа, а вот и ваш игрок. Довольно сложно играть на трубе, не имея легких. А еще труднее устроить здесь концерт. Одан Мерти. А я понял, а чё я сюда не пошел? Храм дождя. А, все вспомнил. Теперь я вспомнил.
Ну, полетели тогда куда там нам нужно. Не, я сейчас все-таки сбегаю, но да, сохранится. Так, задержка силы уменьшает время ожидания до восстановления силы. Опа! Оглушение. Быстро ослабляя врагов, врагов требуется меньше ударов перед броском. Восстанавливает здоровье. Интенсор. Постепенно восстанавливает здоровье в активном режиме. Разбивает любой щит с одного удара в активном режиме. Увеличивает скорость зарядов шкалы интенса. А у нас есть персонаж с бесконечной интенсией, если я не ошибаюсь. Бесконечная сила, вот. В красных шарах нет жизни. Наносит огромный урон, получает огромный урон. Удары крадут жизни, больше, большая сила, меньше жизней. Почему я не... Заметьте, что и курочка тоже другая. Ну и где моя сила? Подожди, может, имеется в виду бесконечная сила? Это вот это? Да ладно, серьезно? Я то думал. Знал бы я бы не покупал. Я думал, сила имеется в виду ярость моя вот эта. Так, а если я поверху бы пошел, интересно? Не, на самом деле броски это тоже хорошо, потому что мне меньше нужно будет мучить себя. Подождите, надо комара выпустить. Интересно, вылетит комар или нет? Ну, знаете, такой здоровый москитный, блядь. Надеюсь, он вылетит. Так, сначала наверх. Хотя нет, сначала вниз, потому что внизу всегда секретки. Ну, именно, вот. А, нет, смотрите, да. А, чтобы мне попасть наверх, мне нужно что-то активировать.
Ни хера не понял. Типа, а что я должен был сделать? Нихера не понимаю. О, это отсылка на Кастельванию. Короче, у нас есть переключатель. Что с ним делать, я не знаю. Скорее всего, мне нужно активировать здесь и еще в другом мире. Ну, я зеленый сломать могу. И красное сломать могу. Неплохо. Ага. Ну, здесь тоже довольно легко было. О, успел. Я видел, я зацепился. Так, а что если я вниз пойду? Ладно, давайте я уже и синий соберу, чтобы я уже и синий мог ломать. Да и все. Я не буду сам себя мучить. Еще мне нужно прозрачно научиться активировать. А! Готово. Ага. Неплохо. Мне кажется, если был бы перс, ну, костюм с бесконечной яростью, это был бы имба. А маска, это, скорее всего, я как понял, увеличит количество ярости, сколько я могу держаться в режиме ярости. Так, из боссов у нас остался факел, тройной черепушка. Так, способности. Тут
Ту-ту-ту-ту-ту. Прокачать сразу еще одну ячейку. Если мы находимся в мире мертвых, это не значит, что мы всегда расстроены. К примеру, сегодня. Я готовлюсь к большой фиесте для всех моих амигос. Стоп, это мы в наш... Да ладно. А ну-ка, как у нас дом выглядит, интересно. Смотрите, а тут уже затмение полное. В этом мире у нас нету дома? Бля, теперь кот хочет выйти. Блин, где-то все-таки в подвале было что секретное. Но я туда не смог попасть. Я жила в этом доме, когда была жива. Я всегда любила играть с моей любимой игрушкой. Фигурка Лучадора. Она была лучше всех. О, а теперь я, по идее, сюда могу попасть, да? А вот это тоже отсылка на игру... Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви. Ну, это чтобы к ней, да, попасть, как я понимаю? Эль Президента мы сейчас ходим. Я должен сразу... А, тут деньги были. Ну, слушайте, курочка, мне кажется... Быстрее, да, передвигается? Чем Лучадор. Да, я, по идее, должен научиться сейчас уже скоро управлять мирами. Лучадор, как ты нашел меня здесь? И я, правда, не в настроении, у меня болит голова, просто оставь меня в одиночестве. Ты просишь меня помочь тебе? Мужчина все одинаковы, обаятельны и доступны, когда вам что-то нужно. Но нас... Становится слишком занятой, когда только надоедливая, наглая, чопорная стерва появляется на горизонте, как и это подонок Калака. Лучидор, прости за эмоции, я просто не привыкла к отказам. Неужели я не могу просить о симпатии? Мы все бываем никогда одиноки, верно, Лучидор? Нуждаемся в нежности, наплыве эмоций, волне страстей. Иди ко мне, Лучадор, охвати меня своими крепкими руками. Предсказуемый глупец. Скоро ты станешь моим рабом, вот тогда я повеселюсь. Понимаю. Ага. Это типа не зря, да, меня учили атаковать в прыжке. Сдайся, Лучадор, твоя судьба предрешена.
Ты не покинешь эту пещеру живым? Как весело, что ты пытаешься показать, что можешь меня победить. Многие мужчины приходили сюда до тебя. Их черепа украшают стены. Так, подожди, а вот это вот... Бам, прямо с головы. О, Лучадор, возможно, я недооценила тебя, но я считаю, что сейчас мы в разном положении. Я не лишу тебя жизни. Знаешь, Карлос не всегда был таким плохим. Раньше он был красивым и храбрым, в отличие от тебя. Может, ты хочешь услышать его историю? Но мы хотя бы с боссом сразились. Прежде чем он стал Калакой, Карлос знал, как Эль-Чара. Люди звали его лучшим в Чарейре. Лишь один титул ускользнул от него. Ла Гран Чариада. Он был готов на что угодно, чтобы получить его. В ночь перед соревнованием Карлос сломал руку. Он был в отчаянии и совершил немыслимое. В обмен на душу Карлос выиграл состязание. Но прежде чем он сумел насладиться призом, его плоть сгнила и его затащила в мир мертвых. Карлос чувствовал себя обманутым, он так и не ощутил столь желанной им славу. Он поклялся, что отомстит. Карлос вызвал дьявола на петушиные бои. Дьявол всегда любит состязания. С моей помощью Карлос превратил дьявола в петуха. А, вон, значит, что. И захватил мир мертвых. Он планирует слить его воедино с миром живых. Чтобы поработить всех, чтобы все поклонялись ему. Нифига себе, историчка. Превратил дьявола в петуха. Эх, можно эта стерва была все-таки права? Я заслуживаю лучше, чем Калака. И кто-то должен остановить этого придурка. Калака и Факел забрали дочь Эль-Президента на вершину храма войны, явно для очередного тупого ритуала. Чтобы попасть в храм, ты должен подняться по великому древу Тела, растущее в лесу. Но для этого нужно иметь... умение перехода между мирами. Позволь мне даровать тебе эту силу. Diamond Sun Swipe. Легко, не так ли? А теперь нажми, чтобы... Знаешь что, я всегда плохо уживалась с плохишами. Интересно, это милый Фрей... Ай-яй-яй, свободен?
Не, подожди. А, я думал, я сам смогу переключать между мирами. А теперь... Преподай этому никчемному лорду скелетов уродов. Забери на могучее дерево Тулы, растущее в лесу. Блин, я тут думал. Печаль, беда. А, то есть все-таки так, да? То есть я нахожусь все-таки в мире мертвых? Вот это в мире живых. Это в мире мертвых. Ну, такое на самом деле. Как бы то ни было, я не могу прямо переключаться между мирами. Я помню, как мне было весело играть с моей фигуркой Лучадором. Это было лучшие времена моей жизни. Теперь мне еще нужно контролировать, понимаете? А чё, мне никто не сказал, что так можно? Короче, переключаться на D. А ну обратно быстро. О, видите, я тут завалено. Зачем тогда мне вот эту форму сделали? Или типа, как ты хочешь смотреть, да, на все? Конечно, я хочу. Если в мире мертвых, значит в мире мертвых. А не вот такой образ. Выбирать какой-то один. Я даже не знаю, зачем так сделали. Вива Карлос. Сейчас мы с вами сходим сюда, вот. Да, я могу здесь стать курочкой. А, видите? Я слишком стар для приключений. Но я могу дать благословение короля куриц для помощи в путешествии. Видите, здесь я, то есть, не могу превращаться, ну, в мир переноситься. Так, стопэ. Так, ну, по идее, теперь я могу хотя бы, так сказать, мне нужна еще одна способность ломать синие камешки. Снова поразбегались. Вы получили фигурку Лучадора. Это же моя фигурка Лучадора. Я так рада, что мамочка ее сохранила. Грасия, сеньор. У меня для тебя подарок. Ты можешь с ним поиграть. Надеюсь, тебе понравится. Так, честь сердечко, это хорошо. Я так счастлива. Здорово снова играть с моей игрушкой Лучадором. Теперь я в доме стало так тихо.
Так, а теперь мы сейчас бегаем как раз к нам в домой. Как я и хотел. До этого. А, подожди, я еще должен получить одну способность. О, смотрите, секреточку нашел. А чё вы мне не даете туда пройти? Я ж вижу здесь. Короче, мне нужно еще две способности, оказывается. Если я хочу все на 100% здесь сыграть. Поэтому пока что, значит, мы идем с вами по сюжетку. А потом по всем локациям и потом на босса. Так, куда мне идти? Дерево Тулы. Да, я теперь очень сильно буду путаться. Так, мне нужно вниз. Короче, просто вниз. Очень много, ребят, кнопок. Слишком запутываешься. Очень много кнопочек. Короче, мне нужно хер знает куда наверх. В принципе, да. Типа мир живых, видите, цветочки, а мертвый скелетик.
Пока что ничего сложного. Ай. Блин. Вы понимаете, сколько у меня теперь тут кнопок нажимных? Да херища. Ай-яй-яй-яй. Диос миос. У меня уже время отжимает. Опа. Ништяк. Ну, как бы к этому привыкнешь на самом деле. Зараза. А что будет, когда я еще синюю силу получу, да? Блин, нужно не забывать, что 34 минуты это только здесь. Ладно, давайте, короче, до контрольщика и закончим. Так, хорошо. Ладненько, давай тогда, думаю, на здесь закончу. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.